Всем привет, давайте знакомиться. Меня зовут Юля. И знаете, мне пришла в голову такая идея. Испанское небо. Помощница пришла. Спасибо. Я бы хотела поделиться своими впечатлениями о карнавале. Это, конечно, зрелище вообще шикарнейшее. Всем по возможности желаю его посетить. Мы решили не ждать воскресенья. Мы решили сегодня... Смотрите, какая красота. Просто шикарно. Мы нашли ветку со спелым инжиром. Рома, ну как, вкусный? Супер. Попробуем водичку. Ах, бодрящая. Ну что так тепло, в принципе. И поеду на курсы, на первый день. Вообще не знаю, что нас там ждет, что меня там ждет. Насколько бы сложно, ну, в общем, уже выхода нет. Учить, учить, еще раз учить. Все, мы на самом верху. Вот такой вот город Хатио, который внизу. Ура! Пенопластовый снег! Это не снег. Да, это пенопласт. Но смотрится прикольно. Я хочу тебе просто такое. Всем привет! Ну что, моему уже блогу целый год. Это очень маленькая и очень большая одновременно дата, потому что начинала я ровно год назад, хотя и планировалось все отложиться на январь, но нет, я начала вести свой блог все-таки в декабре, чему очень рада. Получается, что декабрь полностью заполнен праздниками, и это классно. Я не знала, доведу ли это дело до конца, но так сложилось, что да.
мой блог живет. Активно начала его вести, конечно, полгода назад, но тем не менее вас собралось уже очень-очень много, поэтому я хочу поздравить всех и каждого в отдельности. Спасибо, что со мной, спасибо, что смотрите. Мне очень приятно. Я думаю, дальше будет больше, интересней, масштабней, потому что я долго думала насчет этого, что как будет дальше, но потом решила, что пусть будет так, как будет. И вот что из этого получается. И я очень и очень этому рада. Спасибо, что разделяете это все со мной. И вас всех я также поздравляю еще и еще раз. Спасибо вам большое, что смотрите, подписывайтесь и продолжайте подписываться. И дальше будет намного и намного интересней.